30 октября на базе 12-й школы города Каспийска состоялась международная просветительская акция «Географический диктант», который проходит по всей стране с целью популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России. Что наша страна – это самая большая страна в мире по площади. Для нее применительны такие понятия, как «самая-самая», «самая большая», «самая богатая», «самая многонациональная». Нам подобает изучать, знать. Не зная своей страны, невозможно изучать, в принципе, остальной мир. Стать участником мог любой желающий – учитель или ученик – для проверки своих знаний, либо приобретения новых. Все, что нужно было сделать, это пройти регистрацию в онлайн-формате или же на месте проведения диктанта. Количество, значит, заданий – это 40, значит, 10 заданий легкого уровня и 30 заданий у нас идут чуть сложности, повышенной сложности. И в зависимости от уровня своего, каждый человек отвечает, в принципе, на те задания, которые он может ответить. Отметим, что данная акция проходит анонимно. Узнать количество баллов может исключительно участник, отсканировав QR-код, расположенный на бланке заметок. В случае, если человек ответил на все вопросы верно, организаторы диктанта просят связаться с представителями Российского географического общества и продолжить участие уже в более крупных географических проектах.